Это было первый раз. До этого только был опыт стрельбы из пневматического оружия, там, с пистолета, из ружья. До этого доводилось только, знаешь, такие вот держать винтовки с железными пульками такими, там, когда еще в детстве по воробьям стреляли, там, с дядей. Да нет, как-то вот на самом деле какого-то трепета перед оружием не было, каких-то таких ощущений, спокойно на самом деле отреагировал. Ну, может быть, я, может быть, нет во мне какой-то искры, наверное, к оружию, может быть, в этом причина. Прежде всего, уверенность, вот, не знаю, ну, мне понравилось очень. Хотелось как-то проявить ее, показать, там все, боевиков насмотрелся, там они там после переворота кого-нибудь стреляют, там в движение все быстро-быстро, там все расстреливают. Оказывается, все гораздо сложнее, гораздо сложнее. Нет, вот как раз этого не хотелось, потому что это на самом деле не шутки. Как только начинаешь с оружием, там, наверное, какие-то, да, позволять себе вольности, может произойти какой-то несчастный случай. Естественно, боялся, я прям таким, прям сердце замерло, когда вот я курок спускал. Прям так медленно, и вот когда он выстрелил уже, ну, в первое ощущение, вот эта отдача, все как бы... Да нет, по-моему, я его даже меч так крепко не держал, как пистолет держал, вот, схватился обеими руками. Я этого не боялся. Ну да, немного, конечно. И руки очень сильно потели. У меня единственное, кстати, руки потели. Обидно даже немного. Ну, наверное, было даже не волнение, а ответственность такой, потому что понимаешь, что это не шутки. То есть нас троих, ну, Соня как-то выделился. Да я не следил, я просто старался извлечь максимум из этих уроков по стрельбе. Получается, надо не как резко, плавно или как одновременно и резко, и плавно. Точно. Равномерно, но быстро. А всех мужчин, парней, мальчиков, всех поздравляю с 23 февраля. Будьте защитниками своего отечества. С праздником вас, мужчины, 23 февраля, болейте за ЦСКА.